Всем привет! Сегодня я хотела бы вкратце рассказать, как связать вот такую замечательную шапочку. Сейчас, к сожалению, вязать времени не имею и, ну, в общем, решила вам хотя бы вкратце объяснить, так как поступил вопрос. Вам понадобится именно глубина ваша, то есть, допустим, стандартная глубина женской шапочки должна быть где-то 23-23,5 сантиметра, то есть от затылка до, в общем, лба. Но здесь шапочка сделана с запасом где-то 1,5 сантиметра глубже. То есть где-то, ну, так на глаз я могу вам сказать, что здесь 24 сантиметра стабильно есть. То есть от затылка, если вы померяете, до вот этой вот крайней полосочки. Связана она очень просто. То есть берете ваши ниточки, желательно возьмите не... Ну, допустим, я вот буду судить по своим ниточкам, по своей пряже, которую я чаще всего использую, это... У меня такой толщины Lana Gold, но я бы здесь посоветовала брать немножечко потоньше, например, как Lana Gold Fine, но в двойную ниточку. То есть здесь связано двойной тоненькой ниточкой. И я вам могу это честно сказать, потому что я, в принципе, ну, так зрительно вижу. Спицы здесь, если вы, допустим, возьмете Fine ниточки, то здесь спицы... 3,5 где-то. Я не думаю, что здесь использовано больше и точно так же меньше будет мелковато. В общем, смотрите, меряете длину, глубину, так скажем, шапочки, которая будет вот до вот этой вот полосочки, то есть как пол головы. То есть меряете, сколько у вас пол головы, и провязываете обычной лицевой чулочной чулочным узором, лицевыми петельками с изнаночной и с лицевой стороны до вашего вот так вот обхвата вокруг головы. То есть вяжете как бы своего рода такой шарфик. Вот этот отворот сделан, как вы видите, шапочка просто одевается на бок. То есть она там никак, ну, в общем, вяжется как бы обычная шапочка, половина головы чулочной вязкой, половину лицевой гладью. И просто заканчивается, там идут убавления и заканчивается. То есть смотрите, вот этот отворот на голове не вяжется никаким отдельным способом, он просто одевается, немножечко шапочка одевается на бок, и он как бы идет заворотик. Я уже вязала такого подобия шапочку, но, честно говоря, решила не показывать вам на фото, так как там, в общем, я вязала именно... почти полную глубину вот этой чулочной вязкой. То есть у меня там только небольшое окончание, которого на фотографии не видно. Смотрите, итак, вы провязали, ну, допустим, вот посчитаем, сколько здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 петелька идет в ширину. Но учтите, что последняя и первая у вас кромочные, то есть они провязываются... Последняя всегда изнаночной, первая всегда снимается. То есть благодаря этому у вас идет вот такая вот косичка, как бы на отвороте, вот такая миленькая косичка. Точно так же и здесь. Вы провяжите теми спицами, которыми вы будете вязать, и той пряжей, которой вы будете вязать. Небольшой пример, по которому вы и вычислите, сколько вам нужно набрать петель. Здесь я вам посчитала, сколько на фотографии, но... Так как у вас будут свои спицы, толщина своих спиц и толщина своей нити, пряжи. Поэтому как бы точное количество я вам сейчас сказать не могу. Вы по своей пряже наберите кусочек небольшой, там, к примеру, 10 на 10 петелек. И вы увидите, сколько вам нужно набрать в ширину, то есть глубину полушапочки. И сколько вам нужно провязать длину, вы уже можете просто померить на голове. Только вы учтите, что у вас здесь... На отворотике, то есть должно быть где-то плюс 2 сантиметра. То есть смотрите, у вас как бы заворот здесь идет, в общем, как типа шарфика вот этого вашего. Теперь, после того, как вы провязали вот этот шарфик, возьмите на чулочные спицы на 4. Наберите с ваших кромочных петелек вот здесь вот, как бы как мы набираем... Сейчас я вам скажу, что я делала таким образом. Я делала пинеточки-машинки, но я их еще пока не выкладывала. В общем, набираете с дополнительных вот этих вот бочков, с кромочных петелек, вот здесь вот, по краям, как я вам говорила.
набираете еще петельки. Но когда будете набирать петли, учтите, что здесь у вас вот эти 2 сантиметра, как бы остаются последние 2 сантиметра на шарфике, вы с них не набираете, то есть вы их как бы отлаживаете в сторону. Вот у вас здесь где-то последние, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну где-то 8 рядов, вы их не захватываете, то есть вы оставляете их в свободном плавании. С задних 8 рядов вы набираете по кругу, то есть вяжете как бы чулком, то есть как вот носки вяжут, уже с этих, то есть вот этих петелек продолжаете вязать чулком. Там вы можете закончить, допустим, если у вас на 4 спицах чулочных набраны петли, вы можете сокращать, допустим, за 2,5 сантиметра до окончания нужной глубины шапочки. Учитывайте и вот эту часть полушапочки. Вы можете сократить на каждой спице, то есть вот у вас 4 спицы, на каждой спице можете сокращать в каждом ряду, допустим, 2 первые петельки. То есть, допустим, у вас, к примеру, на каждой спице по 15 петелек получилось, то есть вы в каждом ряду из этих 15 2 первые провязываете вместе. Либо, допустим, можете с 5 сторон, ну, поделите на 5, допустим, вот эти 4 спицы на 5, ну, так как бы на ровных 5 частей, и из каждых 5 частей первые 2 петельки сокращать. То есть у вас получится так вот как бы постепенное убавление, и в итоге из такого чулка у вас постепенно будет вот так вот убавляться, и в итоге у вас останется, допустим, здесь 6 петелек, на каждой спице, допустим, по 2 петельки или там по одной, то вы их потом просто одеваете на одну общую петлю первую, делаете протяжки, как я вам показывала в предыдущих видеоуроках, и стягиваете как бы. То есть я вам советую делать все-таки вот эту часть заднюю на чулочных спицах, для того, чтобы у вас не было никаких как бы сшиваний, в общем, швов таких как бы некрасивых. У вас получится ровный красивый чулочек. И конец вы просто сократите за 2,5-3 сантиметра до окончания шапочки. Просто я, как вам сказала, либо 2 первые можете провязывать, либо 2 последние вместе петельки. Теперь, по поводу вот здесь, вот как у вас получится. У вас полушапочка будет сплошной шапкой, а вот эта часть, где мы вязали первоначальный шарфик чулочной вязкой, он у вас здесь останется открытым. Вы просто берете, пришиваете, здесь пуговички никаким образом, они не думайте, что здесь петельки, никаких здесь петелек нет, это просто обманка. Берете 4 пуговицы, которые вам нравятся, или 3, допустим, я видела на разных фотографиях по-разному. Берете их просто, нашиваете на внутреннюю часть 8 наших рядов и внешнюю часть, которую вы бросали, на которой не набирали. То есть здесь просто муляжно нашиты как бы пуговички. На самом деле шапочка как бы состоит из 2 частей вязания. То есть вы вяжете сначала шарфик, затем с этого шарфика набираете на чулочные спицы вот здесь вот с дополнительной как бы с ряда петельки. Но смотрите, как бы набирайте за заднюю стеночку. То есть у вас здесь передняя стеночка кромочных петелек, то есть вот таких вот петелек, она как бы у вас открыта. То есть набираете за заднюю часть петелек и плюс захватываете предыдущий ряд перед кромочной, то есть чтобы у вас не было здесь дырок, захватываете заднюю часть косички и плюс как бы втягиваете еще предыдущий ряд, то есть как бы с него продеваете и набираете петельки для того, чтобы у вас здесь было, ну как бы, вот смотрите, у вас здесь идет ряд. И здесь он продолжается, обратите внимание, то есть с каждого ряда вы берете и делаете петельку. Таким образом, сзади сократив петельки и стянув, у вас получается вот такая замечательная шапочка. И еще раз повторюсь, она одевается на бок. Отворотик этот делаете, когда уже оденете шапочку, просто одеваете ее слегка на бок и делаете отворот. Я надеюсь, что я объяснила более популярно. Если у меня будет время, я обязательно вам свяжу и преподам видеоурок уже в более подробном, как бы не только описании и рассказах, но и сама, собственно говоря, свяжу эту шапочку. В общем, я надеюсь, что вам понравилось.
Ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Всем ровных петелек, пока-пока!